Уважаемые жители города Силаме, приглашаем вас принять активное участие в неделе предпринимательства, которая пройдет в Силаме с 1 по 5 октября. Более подробную информацию вы можете посмотреть на страничке города Силаме или же на страничке etvetusnadal.ee. В рамках недели предпринимательства в городе Силаме пройдут следующие мероприятия. Семинар на тему пособия на обучение для работодателей и их консультирование, в рамках которого наши консультанты ознакомят работодателей с услугами программы «Работай и учись». Мероприятие направлено в основном на действующих и начинающих предпринимателей. Также пройдет рабочая комната, проблемы, связанные с предпринимательством, где участниками будут рассмотрены проблемы и риски, связанные с предпринимательской деятельностью, а также пути их решения. Будет также рабочая комната на тему использования портала самообслуживания кассы по безработице «Это просто», где наши специалисты будут наглядно показывать, как пользоваться порталом самообслуживания, например, как открывать вакансии через интернет или предоставлять различные отчеты. Внимание! Для участия обязательно нужно взять с собой ID-карту и пароли, поскольку каждый участник будет сидеть за компьютером и под руководством наших специалистов осваивать электронную среду. Мероприятие направлено в основном на действующих или начинающих предпринимателей. Будет также проведена рабочая комната «Становиться предпринимателем или нет», в рамках которого рассмотрят следующие вопросы: роли предпринимателя, риски и возможности, связанные с предпринимательской деятельностью, что такое предпринимательство, и подробно будет дана информация о пособии кассы по безработице на начало предпринимательской деятельности.